О, приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о 10 ошибках в английском, которые допускают русскоговорящие. Все мы начинаем изучать английский для того, чтобы писать на нем, говорить на нем правильно, но все допускают ошибки. Давайте начнем наше видео. Пословица «пишем Манчестер, а говорим Ливерпуль» как нельзя точно характеризует особенности английской орфографии. Давайте посмотрим на несколько ошибок. Hotel. Вместо этого произносят hotel. С чем это связано? Без понятия. В русском «отель» также произносится с ударением на втором слоге. Есть гипотеза, что произношение hotel связано с песней Eagles Hotel California. Вы наверняка знаете про глагол to be, и похоже всем понравилось говорить я есть, I am где ни попадя. И получается у нас я есть работаю, я есть согласен и так далее. I am agree, классика жанра. Не знаю почему, но многие не хотят считать agree за глагол и ставят ту или иную форму глагола to be перед ним. Правильно будет сказать I agree, я согласен. Busy. Вместо этого говорят busy. Как вижу, так и читаю. Stomach. Вместо stomach говорят stomach. Та же история, что и с busy. Я думаю, нужно сделать урок по предлогам, потому что очень многие делают ошибки в них, потому что на самом деле просто нужно запомнить, когда использовать тот или иной предлог. Давайте посмотрим несколько примеров. In the weekend. Вместо этого нужно at the weekend. На выходных. In 5 o'clock. Вместо этого нужно at 5 o'clock, в 5 часов. In Monday, нет, конечно же, on Monday, в понедельник. It's 4:30. Yo, I had a big meal on Monday. Чтобы не делать такие глупые ошибки, лучше, конечно же, учить примеры из фильмов и сериалов. На сайте Memoiz вы можете искать слова и фразы, и сервис предоставит вам десятки примеров. Это гораздо интереснее, чем сухие примеры из словарей. Здесь вы можете слышать речь, что является очень важным в правильном произношении. Ссылку на сайт оставлю в описании к этому видео. Сюда же можно отнести употребление частицы to, can to, should to, must to, may to. Никогда не употребляйте частицу to после этих модальных глаголов. Часто допускают и такие грамматические ошибки. It's depend on. Вместо it depends on. Это зависит от. It's mean that. Вместо it means that. Это значит что. If it means that much to you, well, I'll go find something else. На улице было так холодно, что я пришел домой, как видите, и я хочу, чтобы в комментариях вы написали, сколько правильных и неправильных ответов вы сделали в этом видео, но, пожалуйста, не хитрите. На некоторые общие вопросы даются краткие ответы с неправильным вспомогательным глаголом, например, are you ready? Yes, I do. Вместо этого должно быть are you ready? Yes, I am. Запомните, что в кратком ответе yes, no употребляем тот вспомогательный глагол, с которого начинался вопрос. Do you speak English? Yes, I do. Is he a student? No, he isn't. Встречаются также некоторые, которые пошли туда, не знаю куда. I went to the magazine. Magazine означает журнал. Вместо этого должно быть I went to the shop. Я пошел в магазин. На этом пока все. И самое главное, не забывайте учиться на своих ошибках и подписываться на канал «Английский в школе Джобса». А если вы это уже сделали, обязательно жмите на колокольчик, так как вы будете получать видео одним из первых. Спасибо за просмотр и увидимся завтра. See you tomorrow!